А теперь давайте вспомним первый мюзикл, который был сочинен бардами в нашей стране. Вот, так, вот догадайтесь вы? Леонид Вениамин Смехов написал эту пьесу в стихах. Горковский Никитин музыку сочинили. Сцена персидского базара. Персия, 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 Персия. Деньги давай! Поищи сибирской страны, вещи настоящей красоты. Ты думаешь, я бедный и голодный, и потому худой. Вон Мустафа такой бедняк безродный, а он потому худой. Нет, 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 ошибаешься. Очень много силы песням отдает, целый день поет он и танцует вот. Вот за что мы очень, вот такой народ. Персия, Персия, страна чудес. Если я родился здесь, песни из песни, теряю вес. Персия, Персия, Персия.